Конечно, про предстоящий фестиваль в Мемфисе. Что это за конкурс, в котором вы участвовали и получили такую награду, и как вы готовитесь к этому фестивалю? Это фестиваль, всемирный фестиваль блюза. А как мы готовимся? Ну, естественно, мы репетируем, мы стараемся подбирать разные вещи из разных стилей. Я, в частности, узнал, что, оказывается, блюз имеет очень много градаций в самом себе. Это не просто какой-то саб-культура и саб-стиль. В нем есть соул-блюз, есть традиционный блюз, есть современный блюз, contemporary блюз, есть кантри-блюз. Готовимся. Случайно Дебора позвонила мне и пригласила ей поаккомпанировать здесь, на израильском конкурсе. Вот, пришли через все перипетии, мы там попали, мы немножко опоздали, было очень смешно. Но в результате отыграли, и там единогласно вдруг объявляют результаты, что мы выиграли. И в честь этого мы поедем. Специальный репертуар от Израиля, чтобы это было чувствовалось, или это мировая будет музыка? Ай, мы когда нахну боим ла фестивал азе, им нахну осим дагеш ла эрец Израилю, кило, мехиним машу специфи Израили ла тахарут азе? לא, אנחנו לא מכינים משהו ספציפי לתחרות, אנחנו מציגים כאילו את העמותת בלוז בישראל, אבל לא, לא חושבת שצריך להביא את הישראליות שם. למה לא? כאילו, אבל לא חשבתי על זה. То есть это будет такая музыка, которая понятна во всем мире? Да, разумеется, всемирный фестиваль. Плюс это, я считаю, что музыканты, по сути дела, должны быть аполитичными людьми, потому что мы вне политики. Там, возможно, будут из арабских стран. 100% будут из арабских стран, и поэтому тут музыка объединяет, а политика – это удел других, не музыкантов. Вопрос. Мы очень внимательно следим за вашими успехами творческими, всегда восхищаемся вашим талантом, но хотела бы немножко узнать о вас, о вашей личной жизни, на что вы можете с удовольствием потратить свое свободное время, когда вы не поете? הופעות שלך ואחרי כישרון שלך וזה, והשאלה היא על האישיות, על הפרטיות שלך ולמה את יכולה להקדיש את הזמן הפנוי שלך, נגיד, בוא נגיד ככה. אופס. אופס. את מתעניינת במשהו, חובי או משהו כזה? ברור, כן. ספורט. הרבה, אבל אין הרבה מקום, כאילו, נכון שאין הרבה מקום לחיים פרטיים
בזמן האחרון, כאילו, שזה קצת לרוץ אחרי הרבה דברים, אבל ברור שיש הרבה דברים, משפחה, חברים. Перевести? Ну, я как бы она занимается спортом много, но из-за того, что постоянно какие-то работы и концерты, вы знаете, эти музыканты здесь у нас в Израиле живут таким единым девизом, что все, что не заходит, добро пожаловать, поэтому нет предела этому. Иногда просто себя находишь уже абсолютно обессиленным, суетящимся в страшном нервном напряжении. Также и у меня происходит, так же и у Деборы, когда каждый день вдруг концерты, концерты разные, это все нужно держать в голове. Помимо этого есть работа. Там, я, например, работаю в балете, она преподает в школе, она преподает вокал, преподает хор, ведет хор. Я работаю в балете и преподаю ученикам. Поэтому хватает, мы живем музыкой. The concert was over, it can be home. The master took bow after bow. He says, my dear friend, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. Wave from the balcony, wave up high. The sun came this morning. Есть такая шутка, что француженка может сделать из ничего три вещи. Салат, скандал и шляпу. Дебора может это подтвердить? Каемет бдиха барусит, ша царфатия мисугалит ласот шлош дворим миклюм. Зато может асшамат. Салат, скандал и кова. Наима ты кола ласот миклюм? Скандал. Скандал. Ала сот скандал миклум. Паро. Да, да, да.